Поселок Дрожжино – один из быстрорастущих районов Ленинского округа. Помимо уже сданных новостроек, здесь в скором времени введут в эксплуатацию еще несколько домов. Жители, рассказывают, столкнулись с проблемой загруженности дорог. В холодное время года теряли в пробках на выезде из поселка до 40 минут. Частично решить проблему удалось при помощи выделенной полосы для общественного транспорта. Здесь проходит у нас несколько маршрутов, это 12.01, который идет у нас от деревни Дрожжино до метро «Бульвар Дмитрия Донского». И плюс 507-й маршрут тоже здесь проходит. Он идет, у него станция Расторгуют, и конечная остановка у него МЦД будет. Маршрут использовал либо Молодцовский проезд, выезд на Варшавку, там всегда были пробки, либо дублеры Варшавского шоссе, здесь тоже образовывались такие достаточно глухие пробки. Выделенную полосу в поселке Дрожжино открыли 2 июня. Теперь автобусы и маршрутки имеют прямой выезд с нового шоссе на Варшавское. Спустя 2 месяца работы выделенки глава округа Алексей Спасский доложил губернатору Подмосковья об эффективности принятой меры. В пиковые часы мы оцениваем нагрузку здесь, это где-то 800-1000 пассажиров в час. Ну и вот как в докладе Анны Владимировны прозвучало, действительно после введения выделенной полосы, которая заработала с начала июня, экономия по времени до 30 минут. Удобство выделенной полосы отметили и жители округа, которым приходится часто пользоваться общественным транспортом. На видеоконференции с Андреем Воробьевым присутствовали участники инициативной группы поселка Дрожжино. В условиях того, что действительно застройка сейчас очень большая в районе, издаются новые дома, нагрузка будет очень, увеличиваться на пассажиропоток. И вот выезд, который сейчас сделал, он действительно, наверное, от 15 минут точно сократит. На видеоконференции также обсудили проблему температуры воздуха в автобусах и маршрутках и транспортный вопрос в других густонаселенных районах округа. Алексей Петрович, у вас еще в ряде территорий идет активное строительство нового микрорайона. Поэтому, конечно, мы должны заранее, Анна Владимировна, думать о том, как новосел или новые жители будут передвигаться. Напомню, проголосовать за обустройство выделенной полосы или сообщить о транспортной проблеме жители Московской области могут в режиме онлайн на региональном портале Добродел. Олеся Попова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.